Наталья Абрамцева – автор замечательных детских книг. Несмотря на тяжелое заболевание, она сохранила позитивный взгляд на жизнь и создавала чудесные добрые сказки, делясь теплом души с окружающими. Автор считала, что этот литературный жанр необходим взрослым и детям, а волшебные произведения утешают, учат, воспитывают и развлекают. Не напрасно сказки Натальи Абрамцевой названы признанием в любви к жизни. Настолько они глубоки и наполнены нежностью и добротой. Послушайте сказку Натальи Абрамцевой «А я кто?». Бабушка купила щенка на базаре. Недорого, за половину рубля. Очень маленьким был щенок. Таким маленьким, что казался почти игрушечным. В большом бабушкином дворе, где жили куры, гуси, огромный пес Полкан, кошка Клаша, такого маленького щенка было даже и незаметно. «Ой!» – испугался щенок. «Сколько здесь всяких больших, нужных, полезных живет! Кто дом стережет, кто цыплят высиживает! А я...» И тут, мягко ступая к щенку, подошла кошка Клаша, красивая и хитрая, с зелеными глазами. «Здравствуйте!» – ласково сказала она. «А кто вы такой?» И специально села так, что щенок, поворачиваясь к ней, чуть не запутался в собственных лапах и не упал. «Я?» – щенок серьезно посмотрел на Клашу. «Я собака. Скоро буду, когда вырасту». «А, собака? Какой же собакой вы будете?» «Я...» – ну, щенку не хотелось сознаваться в том, что он еще не знал, какой собакой станет. «Может быть, вы станете сторожевой собакой?» – насмешливо подсказала кошка. «Сторожевой, как наш полкан?» «Ну да, конечно», – обрадовался щенок. «Я пойду посторожу что-нибудь». Он помчался искать, чтобы такое важное, ценное посторожить. Чучело в огороде, старый велосипед, лавку в палисаднике, будку полкана. Что же важнее? Еще раз все проверил. Лавка, чучело, будка полкана, старый велосипед. Но что же важнее? Все-таки, наверное, будка полкана, ведь у нее такая красивая красная крыша. Каково же было возмущение и негодование старого полкана, когда он узнал, что этот щенок собрался сторожить его, полкана, в дом. «Ну я же хотел как лучше», – оправдывался щенок. «Хотел, ну, конечно, хотел», – утешала кошка Клаша, которая случайно оказалась рядом. «Наверное, вы все-таки не сторожевая собака», – вздохнула кошка. Щенок только виновато кивал. «А что, если вы?» Клаша хитро прищурилась и дернула кончиком хвоста. «А что, если вы станете собакой охотничьей?» «Охотничьей? Ну точно, именно охотничьей. Я немедленно начну охотиться. Спасибо, что подсказали». «Интересно», – подумала кошка, – «на кого собирается охотиться этот глупыш?» И Клаша спокойно улеглась на солнышке, но поспать ей не удалось. Из сарая с визгом выскочил щенок. «Ну что еще?» – лениво спросила кошка. «Ой-ой-ой, боюсь я их, ой, боюсь!» – визжал щенок. «Кого? Кого такого страшного нашел ты в нашем сарае?» – потягиваясь, спросила Клаша кошка. «Там эти, ну не знаю, как называются, серые, с длинными хвостами. Я хотел на них охотиться, но почему-то боюсь. Они шуршат очень», – оправдывался щенок. «Как ты смел, щенок! Как ты смел охотиться на моих мышей?» Расшипелась кошка Клаша, сразу сообразив, кто эти серые длиннохвостые шуршат. «Это нехорошо – охотиться в чужих владениях». Щенок уже не знал, боятся ли ему шуршащих длиннохвостых мышей или кошку, распушившуюся от негодования. «Ну да ладно уж, прощаю, раз не поймал. Но вообще ты, конечно, не охотничий щенок, раз мышей боишься. Разве охотничьи собаки хоть чего-нибудь боятся?» «А какая же я собака? Ну какая же?» – всхлипывал щенок. «Ну не плачь!» – кошке Клаше было уже жаль щенка. «Не плачь! Ты, наверное, знаешь, какой собакой будешь?»
Кошка Клаша подняла зеленые глаза, вспоминая слово. «Ты будешь собакой декоративной. Так вот». «Какой-какой?» Щенок совсем не понял странного слова. «Декоративная собака – это значит собака для красоты», – важно сказала кошка. «Будешь что-нибудь украшать?» «Я? Как это?» «Так это. Кошке уже надоел маленький непонятливый щенок. Украшай, что хочешь и как хочешь». И Клаша ушла. У нее были серьезные дела. Ей вовсе не до щенят всяких разных. А маленький щенок печально пошел искать, чтобы такое с собой украсить. Старый велосипед? Неинтересно. Будку полкана? Ой-ой-ой, только не это. Скамейку в палисаднике? И так красивая, крашеная. А вот что-то интересное. Клумба возле скамейки. Желтые, коричневые, голубоватые цветы, похожие на веселые глазки. Такая смешная клумба. Щенок залез на самую серединку и улегся в цветах. И тут же уснул. Ведь устал. Сторожем был, охотником был. А сейчас еще и украшением стал. Вот и бабушка пришла. И видит, что новый щенок улегся прямо на ее любимые цветы. И что же? Бабушка рассердилась? Хотела, но раздумала, рассмеялась. Щенок ведь маленький совсем. Вот и перепутал все. Разве можно на него сердиться? Взяла бабушка щенка, положила в корзинку с чем-то мягким и теплым и сказала: «Спи, здесь-то лучше». И уже во сне щенок подумал: «Может быть, завтра разберемся, что за собака я стану, когда вырасту».